Привет! Вы на канале Готовим Вместе. И сегодня я покажу, как приготовить очень вкусные желейные конфетки. Их по-другому еще называют мармеладки. Для их приготовления мне понадобится 250 мл сока. Обязательно, чтобы был прозрачный. Я использую домашний айвово-яблочный. 6 столовых ложек сахара, лимон и 30 грамм желатина. И вот такая вот силиконовая формочка. Выливаем в кастрюльку сок, желатин высыпаем. Я разрезала лимон напополам и выдавливаем половинку лимона. Все перемешаем хорошо. И оставим на 20 минут для полного набухания. Как видите, мой желатин уже набух. Теперь нам надо его отправить на огонь, растопить полностью желатин, при этом не доводить его до кипения и постоянно помешивать. Добавляем в горячую смесь сахар. И размешиваем его до полного растворения. Сахар полностью растворился, и теперь его можно разливать по формочке. Чтобы мармеладки были максимально прозрачны, уберем с поверхности пузырьки. Для этого мы возьмем салфеточку и аккуратненько промокнем. Убираем конфетки в холодильник приблизительно на 1 час для полного застывания, но можно и больше. Все зависит от размера вашей формочки. Мармеладки уже приготовились, и нам осталось их достать из формочки и переложить на тарелочку. Мармеладки получились очень вкусные и есть небольшая кислинка, потому что мы добавили лимонный сок. Так что порадуйте своих любимых такой вкусняшкой. Если мое видео было вам полезно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ольга Лунгу. Ну а вам я желаю приятного аппетита!